Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, сегодня 12 июля 2021 года. Я сделаю маленький обзор своего огорода. Это посажена картошка. Картошка уже положилась, полегла, можно так сказать. Потому что как вечером, днем жара до 36 в тени, на солнце, наверное, до всех 50 досягает жара. Картошечка положилась, можно сказать. Еще чуть-чуть и будет сохнуть. А кто выдержит такую жару? Жара стоит. С правой стороны розочка. И там виноградник. Здесь в винограднике мне посажено 19 кустов винограда. Картошечка. Идем. Здесь ожина. Раз, два, три, четыре кустика между столбиками. Обзор я делать не буду, потому как ожина посажена осенью 2020 года. Ягодок будет очень мало. Идем далее. Петрушка. Это петрушку оставили на семена. Соберем семена и уберем петрушку. А может быть, убирать не будем, потому как бурьян не зарастает. В петрушке нету бурьяна. Идем далее. Картошечка. Картошечка немножко посажена. Немножко. Нам с женой хватит на зиму. С правой стороны помидорчики. Помидорчиков еще нет, не спеют, только завязываются. За помидорчиками идет горошек. Это мы посеяли горошек, чтобы был свеженький. Тот, что мы сеяли весной, уже высох. За горошеком перчик. Здесь немножко, наверное, кустов 50-60. Это майоры. За майором идут огурчики. Огурчики. Огурчики собираем каждый день. Где-то около ведра. Здесь тоже огурчики. Чернобрывцы. Майоры. Здесь огурчики. За огурчиками идет кабачок. Кабачок. Маленькая плантация. Кабачка. Для курочек, можно так сказать. Кабачок для курочек. Жена уже заготовку кабачка на зиму сделала. Здесь идет фасоль. Посажена фасоль. Так, вернемся назад. Так. Кабачок. Огурчики. Мы вернемся вот сюда, ребят, к нашему луку, чтобы шло все по порядку. Это между картошкой и луком посажены майоры и красный столовый бурячок. За бурячком идет лук. Лук в этом ходу хороший. Тоже положился. Сейчас одну покажу. Лук хороший, потому что шли дожди. Дождик перепадал в
хорошие дожди шли. Не сильные, но нормальные. Идем далее. За луком растут цветы, майоры. Это майорики, за майориками чебокша, арбузы растут, начинают вязаться. Здесь тоже арбузики. Там тоже арбузы. За арбузами капуста. За капустой это наша голубика. Голубика-патриот. Идем далее. Голубика-блюкроп. Это голубика-блюкроп. И то голубика-блюкроп. Ну, и на этой голубике есть одна ягодка. Осталась одна ягодка, можно так сказать. Было 3 или 4, ну, ночью зверьки. Наверное, одну голубику забрали. То есть, ягодки забрали. Надо будет весной повырезать веточки, сформировать. Ну, это весной будет. Посмотрим, как перезимует наша голубика. Потом сделаем обрезочку. Так, идем далее. Немножко капусты. Мы много не сажаем сейчас капусту. То раньше сажали много, а сейчас не. Это персик. Этому персику я сделал летнюю обрезку. Уже сделал. Идем далее. Это персик. Тоже сделал летнюю обрезку. Пытаюсь формировать в виде чаши. Ну, весной мы продолжим формирование. Это тоже персик. Но это более-менее чаша получилась. Еще весной, как перезимует этот персик, продолжим формирование. Идем далее. Это горох. Горох посажен весной. Но мы уже заготовку гороха сделали на зиму. Так что на супец есть горошек. За горохом у нас идет грецкий орех сорт Кочерженко, который был выращен из орешков. Я некоторые поформировал. Это однолеточка и это однолеточка. Это двухлетка и это двухлетка. Идем далее. Ну, обзор грецкого ореха я сделаю попозже, ребят. Немножко попозже. Это грецкий орех, сорт Кочерженко. Вот это вот однолеточка. Маленькая-маленькая однолеточка. Ну, что вам еще показать. Там далее у меня сад растет. Посажен сад. Ну, в сад идти не будем. В этом году яблок нету. Там одно-два яблока, но это не урожай. Это морковочка. Между морковочкой посажена чернушка. Лук, можно сказать. Ну все, ребятка. Будем заканчивать обзор моего огорода. Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребят. Вот такой у нас огородик. Небольшой. 25 соток огорода. Всего 31 сотка. Бурьяна нет на огороде. Жена
работает и меня гоняет, чтобы я ей немножко помогал. Все, ребятка, пока-пока.